Всем привет, девочки мои! А что у нас сегодня за видео? А сегодня у нас распаковочка посылочки Василёк. Вот какая посылочка мне пришла. Я ждала ее. Мне не терпится ее распаковать, и вам, наверное, тоже посмотреть, что я там заказала в этот раз. Уже нет терпения. Что-то помню, что-то не помню, как всегда. Распаковываем. Вот так. Еще пакетик надо раскрыть. Еще один. Вот, что-то там красивое виднеется. Как всегда. Так. Тут и подарочки. И не подарочки. Для себя, не для себя. Так, ну сейчас рассмотрим. Сейчас я посмотрю, что тут я заказала. Вспомню. И распакуем. И померим. Ну что, приступим к распаковке. Первое, что я взяла, это туничка. Вот такой вот цвет симпатичный, как бирюзовый. Или он даже не зеленый, он как бирюзовый похоже. Девочки, я в этот раз некоторые вещи заказала больших размеров. Ну, эта туничка 54 размера, потому что она идет на тело. И, в общем-то, 54 размер нормальный. Кто-то мне, кстати говоря, писал, вы там худеете, а заказываете себе 56 размер. Да, девочки, худею я пока слабенько, медленно худею. Поэтому заказываю себе вещи оверсайз. Мне нравятся вещи носить, которые просторные. Это домашняя одежда, я не куда-то там на выход ее одеваю. Поэтому хочу, чтобы это все мне было просторным. Ну, туничку 54 размера заказала. Вот такая вот туничка. Вот такой вот принтик у нее. Она прямая, просторненькая. Коротенький рукавчик. Ну, вот такое вот для дома то, что нужно. Вот такое вот я и люблю, да. И сниматься, и вообще ходить. Прекрасная туничка. По длине она будет, наверное, либо по колено, либо чуть выше колена у меня. Но померяем и посмотрим. Это трикотаж, чистый трикотаж, прям мягкая нежная ткань. Вот я люблю такие ткани, они прямо к телу очень хорошо. Тело кайфует. Вот такая вот прекрасная туничка. Класс, да? Цены я буду писать вверху, чтобы на них сейчас не останавливаться. Вот, померим и посмотрим, да? Следующее, что у меня? Костюм. Костюм 56 размера заказала, потому что, девочки, 54 размер я как бы вроде надеваю, и мне кажется нормально, но вы мне многие пишете, что возьмите на размер больше, вам оно мало. Ну, взяла на размер больше, пусть оно будет лучше больше, чем меньше. Поэтому 56. Если будет больше, я не расстроюсь, если будет меньше, я расстроюсь. Поэтому вообще я оверсайз люблю, такие просторные вещи, чтобы нигде ничего не давило, чтобы все было вообще прекрасно. Так, что тут я вижу? Так, вверх посмотрим. Верх такой однотонный, с рукавом. Рукав 3/4, я смотрю. Или, ну да, 3/4 рукав. Приспущенная. Здесь просто идет приспущенный рукав. Отсюда где-то, да. И вот он будет, ну, не полной длины. Где-то 3/4 будет рукав. Ну, он полной длины не нужен. Мне еще понравилось то, что в этом костюме он без всяких этих рисунков всяких, без принтов. Тут только вот полосочка на рукаве. И все, однотонный, абсолютно однотонный. Это футер. Футер двухнитка. Да, двухнитка футер. И вот. Вот так вот, вот он выглядит. И вот брючки. Брючки тоже полосочка. Вот только тоненькая, беленькая по бокам. И вот совершенно однотонные. Вот еще что хорошо, в большом размере широкая резинка, она не будет мне давить, потому что, ну, часто бывает резинка маловато. Здесь карманы глубокие, хорошие карманы, два кармана по бокам.
просторная брючина, и внизу она вот как брючина без манжета идет. В общем, я надеюсь, что это будет костюм просторный. Этот костюм я взяла тоже, девочки, для дома, потому что сейчас как раз бывает прохладно, батареи еще не начали топить у нас. И вот что-то вот хочется такое вот надеть, чуть-чуть погреться. Вот такой вот просторненький костюмчик для дома, то, что нужно. Отлично, отлично. А может быть и не для дома, посмотрим. Так, вот это надо мне померить, да? И посмотрим, как это будет выглядеть. Что я хотела посмотреть здесь еще? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Состав. Хлопок 80% и 20% полиэстер. Прекрасно. В основном из хлопка состоит. И мне это очень нравится. Я чувствую, что эта ткань такая вот приятненькая-приятненькая. Прям гладкая, нежная, классная. Померить надо. Еще заказала, девочки, я брюки черные. Так, на нем немножечко принт. Ну, давайте посмотрим. Вот такой вот принтик чуть-чуть есть. Тоже хотела однотонные. Вот такие штанишки классные. Кстати, тоже большой размер. Внизу они на манжетике. Вот здесь вот карманы. А, карманы, они, видите, накладные, но они идут ниже. То есть на бедре получается карман. На одном кармане ничего нет, на другом принтик. Видите, такой. В общем, такие модненькие штанишки. Хорошие. Штаны тоже 56 размера. Специально взяла побольше. Вот. Тоже просторная резинка. Широкая резинка, но просторная. Веревочки еще беленькие тут есть. Ну, классно. В общем, такие вот хотела я штаны. Однотонные мне как раз такие нужны. И если мне нужно будет выйти на улицу, вправить их в сапоги, как раз вот этот внизу манжетик. Такой вот он. Ну, нормальный манжет. Не сильно плотный, нормальный. Вот. И, в общем, то, что нужно. Да, классные штаны. Так, что тут я могу прочесть? Хлопок 100%. 56 размер. Ну, больше никаких дырочек тут нету. Все. Ну, я думаю, что здесь так же, как на том костюме, по ощущению, тоже, скорее всего, хлопок здесь 80% и полиэстера еще 20%. Классные штаны. Так, а что я к штанам взяла? Вот такую футболочку. Вот такой лиловый цвет. Классная футболочка. 54 размера. Футболка оверсайз, девочки, женская. Риана. Цвет лаванда. Так, что тут состав? Хлопок 95%, 5% лайкра. Ну, давайте посмотрим мы на эту футболочку. К свободным штанам свободную футболку. О, какая прелесть. Оверсайз, большая, девочки. Она широкая, вот с таким рукавчиком. Тоже здесь идет плечико приспущенное. И вот такой рукав идет от плеча. Можно было бы такую футболку взять и меньшего размера. Но, вы знаете, вот мне чем больше, тем лучше. Пусть она вот трепыхается на мне вот так. Так, а сзади вот такой вот принт. QR-код. QR-код на спине. Я думаю, к этим спортивным штанам вот эта футболка будет самое то. Я ее как раз вместе и примерю, посмотрим, да, как это будет смотреться.
взяла еще своей любимой соседке халат. Халат взяла большого размера, 60-62 размер. Это фланель, хлопок 100%, вот тут написано. И халат с запахом. Я думаю, ей этот размер подойдет, потому что она женщина у меня такая крупная, полная. Она ко мне приходит пить кофе по утрам и приходит в легком таком халатике. Я решила ей сделать подарок и купить ей халатик потеплее. Сейчас в коридоре прохладно, ко мне она через коридор идет, чтобы она накинула халат с запахом, быстренько раз, запахнулась и все. И при том, что халат с запахом хорошо тем, что даже если был на молнии, на пуговице, если, может быть, был бы впритык, было бы не очень комфортно. А с запахом, я думаю, ей подойдет. Вот такая расцветка, ей вообще синий цвет идет, и я думаю, что он ей должен подойти. Так, вот такой вот классный халат, видите, большой. Карманы накладные тут есть. Тут завязочки. Тут завязочки. Завязочки внутри. Завязывается внутри сбоку. И потом сверху еще завязывается тоже. Кармана 2. Так, и рукав у нас идет. Вот такой рукавчик. Свободный рукав, хороший. Ну, тоже он идет где-то на не на 3/4, на 2/4, может быть. Ну, в общем, или на 3/4, где-то так рукав. Нормальный. Не сильно длинный и не сильно короткий. Самое то. Вот. И длина нормальная. Я смотрю по росту. Рост у нее даже чуть ниже, чем у меня. В общем, хороший рост. Прекрасный халат. Ну, нет возможности, чтобы она померила и снять. Вот. Ну, мне нравится халат. А знаете, фланель, я люблю, девочки, фланелевые пеленки детские, да, они же такие нежные, мягкие, и вот это вот пушистенькое внутри. Даже если одеть просто на голое тело, очень приятно халатик такой. Классненький. Такой вот воротничок небольшой. И все, запах. Класс, класс. В общем, хорошенькая такая расцветочка. Ну, она меня старше, это не молодой человек, это не молодая девушка. Она меня старше, 65 лет женщине. И вот как раз можете такое тоже заказать, если там для мамы, там для бабушки кому. Тоже вот такой вот сейчас на осень, на зиму тоже очень хорошо. Домашний такой фланелевый халатик. Заказала девочки вафельные полотенчики. Я вообще полотенчики для рук, полотенце для рук у меня отдельно висит. Так как я постоянно, без конца сейчас мою руки, за что не возьмешься, везде все руки мыть. Постоянно оно у меня мокрое. Мне приходится чуть ли не в день два раза менять полотенце или каждый день. Часто приходится менять полотенце. Потому что поэтому полотенец много не бывает. Вот такой вот у него размерчик. Я взяла как-то один раз такое полотенце. Мне понравилось то, что здесь есть петелечка, это ж отлично, вот повесил на петелечку. Здорово, что есть петелечка, просто классно. И это чистый хлопок, это вафельное полотенце, и оно такое мягкое. Бывает вафельное жесткое, а это мягкое. И вот такие приятные расцветочки, голубенький такой, светло-салатненький, такого же размера. Так, что у нас за размер, я вам сейчас покажу. Размер 45/60. И мне нравится то, что вот эти полотенчики можно покупать не набором, а поштучно, по отдельности. Вот так что полотенчиками я довольна. Они недорогие. И можно также на подарочек подарить, кому можно себе. Ну, я взяла себе пока два. Потихонечку, по чуть-чуть подтягиваю полотенчики себе в дом. Вот, ну и еще, девочки, я взяла простыня на резинке. Простыни на резинке я люблю. Ну вот в наборе они не продаются. Эта простыня у меня идет на диван 120 на 200 на 25. Это специально вот размер дивана. И я подобрала такую расцветочку, которая мне
подходит к моему любимому комплекту. То есть комплект у меня на диван есть, на полуторку получается, там на подушке у меня даже наволочки 50 на 70. И вот сюда я подтянула до кучи эту простынь на резинке. Сейчас я посмотрю, расцветка угадала или нет. Раскроем. Это, девочки, сатин. Приятный такой. Сразу в руки берешь и прямо приятный. Вот такая расцветка. В общем, расцветка мне подходит, именно сам цвет. Именно вот этот вот, он такой, знаете, нежно, даже не знаю, как сказать. Да даже не знаю, не голубой чуть-чуть нежно-сиреневый. И какие-то белые вот полосочки такие. Вот такая вот расцветочка. Вот она, резиночка. Вот. Видите, на 25 это невысокая. Это на диван как раз то, что нужно, подходит. Потому что я такую на резинке я брала такую простынь. Такого размера. Она идеально подошла мне к дивану. И вот как раз у меня комплект. Да, прямо супер вообще. Это у меня сейчас, к сожалению, не тот комплект на диване. С одной стороны, он идет немножко как вот сиреневатый, и потом плавно переходит в голубой. Вот именно такой расцветки у меня простынь есть, но не на резинке. Вот это просто идеально подойдет просто к тому комплекту. Отлично. Супер просто. Супер. Как я себе угадала с этой простынью. Все, класс. Я довольна. У меня заказик закончился. Я вам показала все, продемонстрировала все. Что я вам хочу сказать? Очень много размеров больших на сайте, если кому нужно, для крупных женщин. Вот этот размер халата 60-62, но там и халаты есть и 70, и 72 я видела. Ну, не только халаты, другие вещи, одежда есть крупных размеров для крупных людей. Одежда там же есть и для мужчин, и для детей. В общем, постельное белье, полотенце. В общем, разнообразное есть товар. Любой, который хотите, выберите. Очень лояльные цены. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Проходите по ссылочке, посмотрите. И обязательно что-нибудь интересное себе найдете. Много интересных вещей. Ну вот я заказываю обычно то, что мне нравится. Вот этот халатик, кстати, на мне тоже из Василька. Все, мои хорошие, на этом видео я свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!